Братишка, вот сейчас стало неловко. Ты можешь двигаться? Не можешь? И хорошо. Бесы знают, что... Выходи. Молчи. Ее злые глаза кажутся немного знакомыми. Стреляй. Старший брат. Давно не виделись. Второй брат. Что ты делаешь в запретном месте среди ночи? Отец. Отец разрешил мне практиковаться здесь. А почему ты пришел сюда без разрешения? Ясно. Я услышал взрыв в запретном месте. Боясь, что сюда проникли враги, я пришел проверить. Но сейчас все хорошо. Что? Брат, ты хочешь наблюдать за моей тренировкой? Джувань? А ты почему здесь? Джувань? Разве она не живет все время в другом поместье? Как вы познакомились? Однажды я кое-что отвез ей по поручению отца. Мы встречались. Так ты Джувань. Помню, в детстве ты была не слишком умна. Неудивительно, что ты бродила в такой час в запретном месте. Какая красивая девушка! Ты замужем? Думаю, она одна в этом мире может вот так дразнить молодого господина семьи мужу. Джувань, иди сюда. Брат. Джувань, с рождения, дурочка. Ты же не станешь сердиться на нее, нет? Конечно, нет. Не буду тебе мешать. До встречи. Он еще и застрелить меня хотел. Радуйся, что не убила, потому что пожалела. Ну, спасибо, что помог мне. Я не дал им убить тебя сейчас, потому что хотел сделать это своими руками. Ты чего? Я все объясню, ты меня не так понял. Не так понял? Что ты сделала со мной? Чего тут не понять? Я спасла тебя и просто взяла подвеску. Ты меня за это убьешь? Кто меня оскорбил, тот должен.
Я просто взяла подвеску. А ты хочешь меня убить? Если бы ты знал, что я сама написала этот сюжет, ты бы меня в порошок стер, да? Зря я тебя спасала. Ишь, захотел, чтобы я вернула тебе подвеску. Не отдам.